Здесь тихонечко по правой стороне обходим это бревно. Да здесь не торопись, тут главное в дырку попасть. Вот смотри, там и памятник он еще какой-то. Так, здесь давай по правой стороне, в правую дырку. Правая поспокойнее вроде с виду. Вырица, о, окраины вырицы, так сказать. Ага, молодец. Павшим односельчанам 41-45. Эхо войны. Блин, шли по вырице и опять вырится. Какая она здоровая-то, а? А чё не смотришь? Самое важное смотреть, чтобы мы не напоролись немножко. Ты что, Денис? Как только видишь препятствие, сразу свести. Где, по какому борту? Тут принимать решение доли секунд. Хорошо, не арматура торчала.